Раз, два, три. Чтобы приготовить нам чай с имбирем, нужно лимон, имбирь и мед. Для этого имбирь натираем на терке, ну, вот, примерно вот такой вот меленькой. Получается вот такая вот масса. Ее мы закладываем в термос. Затем берем ломтика 3 лимона туда. Так. И 2 столовые, можно десертные, ложки меда. Вот такой весенний липовый мед. Тут, конечно, дело вкуса, можно и гречишный, любой другой. Теперь берем термос и наливаем кипяток. Все это закрываем плотно крышкой и даем настояться 3 часа. Если ваш термос плохо держит кипяток, то, конечно, на меньшее количество. И добавляем в чай, можно пол кружки кипятка отдельной, это в качестве заварки, можно прямо одну эту приготовленную массу. Получается такой острый чай. Вот, все.